правда, что вы со Светой перестали общаться? Ну да, да, это правда. А до этого вы были подругами прям? Прям да. Она привозит 4 гола своей команде. 4 гола привезла она, если брать именно забитые голы. Привет, друзья мои. Это Игорь. Давайте Тигу поищем. Вот, Тигу, да, актуально. Тигу поищем, это где-то внизу. Правда, что вы со Светой перестали общаться? Ну да, да, это правда. А до этого вы были подругами прям? Прям да. Ну расскажи, нет, а насколько подругами? То есть, ну можешь определить как? То есть просто поздравить нас с днем рождения, или там пообщаться, или доверить ну, там они правильно. Же отдыхали. Вы же новый нет, нет, мы достаточно близко общались, то есть, не знаю, условно делились секретами, там, такой уровень примерно. То есть, мы, когда она в Питер приезжает, она постоянно остается у меня, мы постоянно встречаемся, видимся, гуляем, тусим. Я в Москву приезжаю, я также первый день оставалась у нее, у ребят. Мы всегда вместе. То есть... Что ее задело? Ее ли это задело? Или больше Майка задело это? И Майк, соответственно, надавил на Свету. Как мне кажется, я же не могу за них говорить, но как мне кажется, то, что Майк, конечно, повлиял на ее решение и немножечко ей вкинул своих мыслей. Вот. А по поводу Светы, и она мне, ну, не знаю, можно это говорить или нет, но, в общем, она сказала, то, что из-за того, что я была на отборе, нас с ней сравнивали. Вот. И из того, что я профессиональная футболистка, понятно, что я играю лучше. И в этом плане я как бы ей помешала. Вот так. А подожди, а я вот всегда пытаюсь, я и мы на ППХ много спрашивали, а кто сказал, что нужны профессиональные футболисты-то? Ну, я просто пытаюсь понять. Подожди, если я не ошибаюсь, Герман вначале сказал, то, что вы в этом отборе ищете и профессионалов, и блогеров, и тиктокеров. Нет, да, он правильно. Он правильно сейчас, я сейчас сформирую, короче, чтобы все это поняли. Я просто часто говорил о том, что все ребята по факту, сами того не понимая, кто пришел на отбор, пробуются на разные слоты. И почему Света решила, что она прямая твоя конкурентка, я не знаю, потому что тоже. По футбольным вопросам, ну то есть, короче, на мой взгляд, вы бились за разную позицию. Так ну, я типа, тоже, за разный слот, я не шла с ней конкурировать, я не ехала с ней конкурировать. То есть у меня не было с ней конкуренции. Так, подожди. А, не было конкуренции. Но, а подожди, вот как эта ситуация? Вот ты такая, вы прошли первый день. А, и в какой момент переломный-то вот этот период был, когда такая... Ну, я думаю, что ты сучка докрашенная. Да? Ну, как это нет, получилось? Я думаю, что она начала уже реагировать еще в момент того, как я только решилась вообще написать там Гере, там, попроситься, попасть на этот отбор. Но сказала она мне об этом после... Знаете, когда она мне сказала об этом? Когда мы на игру, перед игрой. Она лично тебе сказала? Mm-mm. То есть я говорю, Свет, нормально все, давай поговорим. Она в итоге со мной не стала разговаривать и написала сообщение. Она такая, поговори с Майком. Ну, Майк там тоже участвовал. Слушай, я так понимаю, ну, я так во всяком случае слышал, что ты в последний момент решила пойти в «Хочу вам да, хау» да, да. И чуть ли не по, не по совету Светы, а ну, вроде как она рассказала, и ты сказала, типа, о, я тоже пойду. И как бы могло это показаться, что ты типа как будто пришла, у нее место отняла. Смотри, какая ситуация. Она мне мы спрашивали, у нас какие там билеты брать, на какие числа и так далее. Она говорит, я поеду на отбор, мне нужно понимать вот этот момент. Я говорю, блин, прикольный отбор. А я, если честно, не слышала вообще нигде то, что он идет. То, что этот отбор идет, я как бы не видела даже этого, не знала, вот плохо. То, что он идет. Это да, вот согласна. Этого я не знаю, правда. Может быть, информации плохо доносите. Нашел вас, да? Информация доносите плохо, ребят. А я знал. И такое совпадение случилось, то, что у нас тренировки начались через день. И именно вот в эти дни, там, 5-7, как ты изначально, да, писал, не было у меня тренировок. Я думаю, блин, а почему не попробовать? Это же очень крутой шанс. Я хочу. И я им сразу об этом сказала. Я говорю, ребят, я тоже хочу. Спрашивала у Светы, а не против ли ты, да? И она мне говорила, да, все окей. В смысле, да, против? Все окей, нет, да? Нет, она сказала, все окей. Понимаешь? Изначально. Я, кстати, могу еще вкинуть вот примерно похожую историю. В прошлый раз у нас был такой победитель. Я просто объясню. Мы связались с Максом Нитро, чувак, друг Саши Коваля. И он просился на отбор, я его позвал, и через неделю, ну, то есть там за несколько дней до отбора,
он мне написал, что, типа, слушай, я вот, у меня, типа, есть Кент, ну, мы вместе с Украины, типа, я захочу его, давай мы вместе, типа, приедем, и нам будет, типа, удобнее вдвоем, двоим добираться. И вот в итоге Коваль, который в последний момент прыгнул, он в итоге... Слушай, убил. Гер, ну, я так понимаю, что они-то нормально общаются до сих пор, правильно? Да, если не ошибаюсь, то да. А вот это к вопросу о женской дружбе. Согласна, я в последнее время все чаще и чаще начала понимать, что вот как-то ее либо нет совсем, либо прям по минимуму. Ну, блин. Так, если честно, так, я хотела нарезать тему такую, то, что я у Тольга сильно видео, он меня спрашивает про Свету, и я говорю, блин, ее незаслуженно, считаю, не взяли, надо было брать, ну, если вкратце, да, и так далее. Потом на интервью сказала, если ее возьмут, я вообще только забуду. И это было искренне. Мне еще Сиба говорит, ой, ты такая, типа, добрая, хочешь сказать. А я на самом деле искренне была бы рада за нее, вот честно. Верите, нет, как бы... Без всяких. Но у тебя не было желания после этого просто взять ей и написать, там, я не знаю, там, давай просто встретимся, пообщаемся, еще раз? Я хотела, если честно, прямо сейчас, отдать ей свое место, если бы меня взяли в финал. Вот искренне, я еще вот Антон там писал менеджеру сыну, я говорю, блин, хочу вот отдать. У тебя менеджер есть? Ну, как объяснить, не то, что менеджер, мы просто, если его назвать другом, мы встречаемся, вот. Почему у меня нет менеджера? И значит, мы просто Владимир Владимирович, а почему у нас нет менеджера? Потому что ты женат, Василий. Любой твой менеджер. Вместе начали вести плохо просто с ним. Короче, вот это было все искренне, и то, что такая ситуация обернулась совсем с другой стороны. Видишь, Вась, вот ты бы взял бы Олю, а у тебя бы Света оказалась. Да, Света была. А я знал, что так и будет. А я знал. И поэтому бы ему Маргалаза. Но честно говоря, я когда смотрел серию. Вот. Мне вот то, что там сделал Майк, обзор небольшой, я с ним в чем-то согласен, да. Именно по нарезке. Потому что выход один на один... Почему же, блядь, мы тебя не слышим? Диман, подожди, ты завис. Еще раз, пожалуйста, на самом вот, деле. С теми доводами, которые Майк говорил, я с ними согласен, объясню почему. Ну вот как зритель, да, потому что меня не было рядом. Вот, и как бы я так просто смотрел, потому что выход ты не забила, она забила, насколько я помню. Ну, в челлендже до этого, пляжке. Издалека, конечно, девочкам в пляжном футболе, мы, конечно, толерантны, но все равно... Я тебя перебью, я пару раз пыталась через себя дать в центр поля. Там же не все вошло, мы по 3,5 часа там, конечно. То есть именно как зритель, то есть я видел, что ты больше в атаке играл, ну, понятно, там гол, добивание, удар, а она там реально там прыгала, боролась, там пару передач, которые она сделала... Ну, во-первых, я не... Вообще в обороне не играю, в принципе, даже в мини-футболе, если честно, не очень. Во-вторых, я понимаю то, что у меня вечером, сразу после самолета, после пляжки, тренировка на физуху, понимаешь? И бегать на пляжке, как бы, ну, честно, я не хотела, не то чтобы я там на отвали, да, играла, нет, это было не так. Но я где-то, да, тебя чуть-чуть, тем более у меня вся команда на отвали играла, если честно. Ты Прокопа видел? Не, Прокоп вообще смотрел в другую сторону. Он вообще голевую там чужой команде отдавал, наши ворота, если что. Ну, как бы... Так он так и во всех играх играет, ты что? Мы за это его любим. И Сипом как, вообще обожаем себя, Прокопа. Прокоп хотел подла. Показать себя во время ударов, там, то, что через себя думал, вдруг залетит, ну, прикольно же было, правда? Вот, а в игре, ну, слушай, ты как ты написал ему комментарий? Два забила, так и работает? Ну да. По факту, то есть Думич тоже нужно, чтобы показать себя, всегда видит тех, кто в атаке. Чтобы показать себя, нужно было стоять на дальней штанге. Не обязательно. Нет, я говорю, я как зритель смотрю, я вот реально, вот сейчас Тига подтвердила, я реально как зритель смотрел, и мне казалось, что она так типа раз, где-то тут не добежала, тут там типа не растратила сил много. У меня как у зрителя, поэтому когда сказали типа Тига, я такой думаю, блин, а чем она лучше? Можно я еще скажу? Да, там еще куча было моментов, где я даже у нее лично в отборе отбирала мячи и отрабатывала. Просто меня на все три игры, ну серьезно, не хватило. И я даже в Фикусу написала, если честно, спросила у него эти как материалы. Исходники. Потому что там можно кучу моментов нарезать, где я отрабатываю в обороне, бегу в эту оборону одна из всей команды наших четверых. Но просто это там... Там был еще забавный момент, где ты не добегал, ну, не успевала за кем-то из пацанов и, типа, повалила его же. Конечно, но я все равно пыталась как бы доработать этот момент, да? Все равно ты усыкнила или повалила? Ну, там я пыталась. Было бы прикольно, знаешь, бежишь такая и трусы снимаешь с него. Да, я не догнала. Я Вася. Да, я знаю.
Я про Майка. Я вот сейчас захожу сюда, и в зрителях трансляции, по-моему, вижу Думич, но я думаю, что вы... Ну, если Света захочет, если Света условно захочет, или ты, вы можете давай, там написать. Давай, я без проблем. Если написать мне, я делаю интервью с вами. Написать мне в телегу, типа ок, и тогда... Вот. Я тогда выйду. Да, было, а да. Я без проблем. Оставлю обязательно. То есть ты без проблем, вот, и если потому Света сейчас напишет виноват. В телегу, если она смотрит, просто чтобы, знаешь, так специально не кидать, типа, с такой подставой. Вот, это неправильно, а если он действительно там типа захочет и смотрит, поговорит, то было бы прикольно там именно вместе с жюри все это немножечко обсудить. Вот. Поэтому жду, что Света ответит. Тебе спасибо большое. Вот, я думаю, что я все равно за то, чтобы вы создавали все-таки женскую команду. Ну, ты знаешь... Завтра, да, подождите просто, завтра будет вообще просто разрыв. Особенно с этой командой. Я вообще жду... Там тайм-кодов, конечно, не будет, но в конце ролика там большой блок шейки. На 45-й. Нет, где-то минут 15 последние, там Света просто, ну, то есть там почти ее монолог будет. И мы как раз обсуждаем эту тему о том, что Герман Эль Миллионерико такой козел, он девушек не берет, вот, в Амкал. И, соответственно, Вася Маврин второй козел, который последних выкинул девушек. Вот. И мы предлагаем Свете создать свою Dream Team. Блин, если честно, это же как... Вот девушки выходят играть с мужиками, да, на одном поле. И все говорят, блин, да как с вами играть? С вами никто не отнимает мячи, специально все еле-еле обороняются, ну, такого плана. Ну, по факту. Там сломаете и так далее. Так смотри, мы сами своей главой принимаем это решение идти с вами на поле. Значит, мы что? Подразумеваем тот факт, что нас будут ломать, с нами будут играть в корпус, там, да, жестко где-то играть и так далее. Понимаете? Не в медийном футболе. Ну, так это наше решение. Это наше решение. Я решила, я за себя решила. Что, пойду вечером на свидание? Нет. Кем-то из «Хочу в Амкал». С тобой это случилось. Блин, вот. Жена слушает, ты что палишь? Так вот, мы своей головой сами принимаем это решение. Зачем вы принимаете за нас решение? Вась, зачем ты принял за меня решение, что я не приеду в Москву? А ты готова была? Да, конечно, вот это, кстати, я офигел. А зачем я туда еду? Нет, ты, смотри, ты как я... Ты все равно в Москву не приедешь, а ты у меня смотри, спросил, приеду я или нет. Подожди, смотри, какие мои доводы были, я уже рассказывал уже о том, что... У тебя есть, начнем с того, что у тебя есть профессиональный контракт с питерским клубом, так? Ну, есть, да, но он закончится же, правильно? И Амкал когда-то закончится. Ну, Амкал когда закончится, непонятно. А у меня контракт есть до определенных так. А у меня тоже контракт для определенного времени, да. Ну, до какого у тебя времени контракт? До мая. Так, а как твой сезон сейчас проходит? Мой сезон сейчас проходит, тренируюсь. Игры. Нет, я имею в виду в играх, как проходит, насколько ты себя хорошо проявляешь. Ну, средний, наверное. Не буду завышать свою оценочку. Средний. Ну, как на отборе в Амкал или лучше? Ну, конечно, лучше. На отборе в Амкал, ну, это не моя стихия же чуть-чуть. Ну правильно? Вот. Соответственно, есть вероятность того, что тебе предложат продлить контракт? Конечно, есть вероятность, что мне его предложат. Просто принимать это предложение или нет, это же уже моя... Окей, смотри. Извините, Бухар пишет, между нами пальба. О, господин Бухар! Да он долго соображал чуть-чуть что-то. Бухар. Без обид. Вот. Просто интересно, как так могло получиться, что в шоу «Хочу в Амкал» принимало участие две девушки всего, и те посрались. Вот это факт. Вот это, да, кстати, факт, прикольно, да? Да? Сколько пацанов было, вроде все норм. Две пришли и посрались, все. Они меня наоборот, сам расстраивает эта ситуация. По-хорошему, если бы друг друга тащили бы каким-то образом, ну, то есть, возможно, если бы вы конфликтную свою ситуацию вот на тот период взяли бы да разыграли бы... Ну, специально, да? Я поняла. Если честно, некоторые люди, знакомые, да, кто знает, и меня ее несколько раз написали, типа, а вы серьезно? Или это какой-то, ну, прикол? Димин подкаст, если честно. Опа! Привет. Привет. Вот сейчас Настя все разрулит. Настя. Что там? Ну как так получается? Две девчонки пришли в шоу «Хочу в Амкал». Ну? Подружки. Знаешь, чем закончилось?
Но было 30 пацанов и 2 девчонки. Тем, что 2 девчонки посрались и уже не общаются вообще. Они просто контент, может, делали, или они реально поругались? Ну, вот увы, но нет. Реально. Увы, но нет. За место? Да не за место, а просто Света Думич немножко с Майком расстроились, что Света не прошла, а вот Оля прошла дальше. Но они просто чуть-чуть с другой стороны начали выворачивать эту ситуацию. А что случилось? Ну, якобы я специально, понимаете? Короче, да. Коротко. Тига играла в футбол более-менее профессионально. Ага. Света, ну, играла, Думич... Я еще... Света Думич играла в ничего обычного и начала играть в футбол уже позже, но там финтила, в общем, скажем так, они стали говорить как футболистки. Но она профессионально не занималась никогда. И ага. Вот она собиралась пойти на шоу «Хочу Анкал». Димас, ты как в кинотеатре, знаешь, знаете, такая, ага, еще это, попкорн должна взять, ага-ха, ну-ну, еще там было. Вот, она собиралась пойти на шоу «Хочу Анкал», и они вместе отмечали Новый год с Тигой. Пишет, и Думич говорит, я иду на шоу «Хочу Анкал», а Тига говорит, о, я тоже пойду. И в итоге Тигу пустили в следующий раунд, типа, как они думают, что, как Света, возможно, думает, что один женский слот пустили дальше. А Думич не пустили. И типа как будто Тига специально залетела, чтобы не пустить Думич в том числе. А, ну она так, да, чуть-чуть приревновала просто, походу. Ну так, знаешь? Бред, короче, не? Не звучит как бред, если честно? Нет, ну звучит... Не, ну Думич тоже можно понять, она дизмораль словит. Ой, Миша зашел. С крапом постоянно. А тут, считай, ее сынку появилась. Она думала, будет единственной девушкой в Амкале. Поэтому она такой тиль чуть-чуть поймала, наверное. Нет, если бы вопрос шел о того, кого возьмут, скорее всего, если бы и взяли, то одну. Ну, тут понятно. А про отбор-то тут какие вопросы? Ну, захотела, пошла. Ну, конкурент. Ну, типа, раз ты подруга, ты могла, типа, подумать, так что... Так я спросила! Дима, я спросила, окей? То, что я тоже иду. Она мне говорит, окей. Нет, так она, наверное, не договорила, окей, а что окей? Ну, надо было договорить. То есть скоро будет отбор в Тудроц, приходите туда. А ждя, ты придешь? Всем поможет, всех устроить. Надя, кстати, забила мяч победный. Выиграли 3-0. За более год «Испаньол», между прочим. Молодец. Поздравляем. Да. На первой минуте. Блин, какой... А как, Дим, подожди. Надя, а как у вас там вот в этом плане, в плане внимания, допустим, нету вот таких же ситуаций, как вот... с отбором. Если, ну, тренер, говорят, особенно мальчик какой-нибудь, жестокие, ну, мужчина. Жестокие и срутся постоянно, или это хрень? Ну, у нас же профессиональный клуб, и тут как бы не приветствуется вообще вносить какой-то токсик в коллектив, поэтому как бы если даже такое есть, этого никогда никто не покажет. Если даже кто-то переживает по поводу того, что не попал в состав или попал. В профессиональных командах это обычно не вылазит наружу. Ну, у вас были мальчики? Работать побольше, да? Драки были? Драки были между девчонками? Ну, типа, кто-то вас ноет, кто-то нет? Не-не, такого никогда не было. Даже каких-то словесных перепалок нет. И даже если кто-то там сделает недовольное лицо, это тут не приветствуется. И тренер обычно сразу об этом говорит и это пресекает. Ну, у нас тоже такая ситуация. То есть, как Надя сказала, если будет ситуация, что кого-то не поставили, кого-то поставили, да, кто-то может там подумать то, что... То есть, надо, значит, больше работать. Значит, у тебя есть причины на то, почему тебя не взяли? Как, собственно, я, ну, и сказала, да, про ваше решение. То есть у меня такая позиция, в принципе. Есть на все свои причины. Ну, Амкал, это все-таки, видишь, такой медийный футбол. Можно было, в принципе, и подраться, да? Плюс там 1000 подписчиков было бы. Да, чужой зовет, в принципе. Нет, а Надя, а что ты думаешь про медийный женский футбол? Насколько реально создать команду женскую, медийную? И насколько интересно за ней будет смотреть? Ну, смотри, сложно участвовать в мужских турнирах, да, такие как МКС, когда там играют очень много профиков. Это же и травмоопасно очень для женщин. Ну, а допустим, если... они играют там товарищеские игры только, ну, изначально. Нет, здесь вопрос в другом. Почему вообще нету женских команд? Ну, типа, где? Ну, нормально, о которых можно было бы услышать. Вообще нет. То есть так, мы, а бы, ты принципе... наберешь команду медийную вообще, в принципе? Вы вспомните 11 девочек хотя бы, без замен хотя бы? А ты вспомни 11 мальчиков. Ну вон. Из «Хочу в Амкал». Вспомнишь 11 мальчиков? Из «Хочу в Амкал» вряд ли.
Ну, у меня, в принципе, план плохая. Ну, да, вот, да, реально, да. Вот у нас ситуация, реальная ситуация. Женской команды нет, приходят две девчонки на шоу, и все. И мало того, что они не проходят, потому что Вася Маврин одну отчисляет. Вот. Так они еще и ругаются, у них конфликт, и вообще все просто... Дима, я ни с кем не ругалась. Понятно. Мне кажется, если футбол будет реально медийный, состоять из персонажей, да, действительно, за которыми следит огромное количество людей, которые не являются профессиональными футболистами, то девушки могут конкурировать. Но, естественно, когда там в защите играет какой-нибудь огромный кожемяка бородатый, да, и ты там бежишь... На одной ноге. Наверное, Бара вынесет место мяча тебе. Да. Или Стас еще в 3 метра роста. Я пыталась себе на YouTube сделать, я девчонок собирала. В Питере кто там более-менее еще может что-то на камеру сказать. Ну, как-то вот не особо зашло. Да, это нужно развивать тоже, чтобы как бы с девчонками аудитория знакомилась прежде всего. Все, Надюх, 1000 поцелуев тебе, попробуем Майка подключить. Я за женщин в Амкале. Бля, очень плохо видно, но я пытался. Я не понимаю, что вы ржете. No to racism. Да, я понял. Ладно. Короче, Дим, если... Я пытался как-то... Короче, если подытожить, развивайте женский футбол, вам для этого мужики не нужны. У вас все и так прекрасно. Если честно, ты не прав, конечно. Не, ну нужны, потому что надо сначала себя как-то прокачать, а потом уже пытаться свое устроить. Правильно, Гер? Нет. Смотри. Неправильно. Все, Вася, кикай Васю, давай голосованием кикать. Кто за то, чтобы... Давайте так, если сейчас 50 плюсов поставите, то тогда Кика заходит в Амкал вместо Маврина. 50 плюсов сюда. Бля, я не согласен. Давайте, 50. Диман, все, понеслась. А дальше Герман Владимирович будет сам разгребать. Я так, за, подожди тогда. За.